сказала мне. Ты ничего не замечаешь, ничего я не заметил, ты особенного вдруг. А я сказал тебе, родная, я отлично все заметил, ты стоишь в своем халате, и у тебя в руках утюг. А ты сказала мне, любимый, я не то в виду имела, может, что-то изменилось с нашей встречи в прошлый раз. А я сказал тебе, родная, ты совсем не постарела, не поправилась нисколько, и что на ужин там у нас. Ты сказала мне, любимый, я даю тебе подсказку, взгляд направь свой хаотичный, ты на волосы мои. А я сказал тебе, направил, с волосами все нормально. Вертикально, как обычно. Вдоль лица висят они, а ты сказала... Мне все ясно. Для тебя я просто мебель. Я вообще пустое место. На меня тебя насрать. А я сказал тебе, ты охренела. Я пришел домой с работы. И вот ты мозг опять выносишь. Рот закрой и дай пожрать. А ты сказала мне... Скотина, ты совсем меня не любишь. На меня ты смотришь, словно ты женился на говне. А я сказал тебе, что если бы не любил тебя, я, дура, я бы трахнул сейчас соседку. Ту, что глазки строит мне. А ты сказала... В чем же дело? Так иди к своей соседке. К ней неси свой микровидец, чтобы рядочи не стоит. А я ответил, я вот не микро, вот нормального размера. А стоять ему мешает твой король, внешний вид. А я сказала на, тебе... На, лови-ка, горячо тебе, скотина. Больше хотел ты, так на покушай прямо с лысины своей. А я сказал, ах, как же больно, сука. На, держи две половинки, чтобы норковые твои. Ой, гляди-ка, что я вижу на комоде, это ж... Урна с прахом папы, дорогого твоей мать. А я сказал, ты не посмеешь положаться на место, а иначе, ах ты шлюха, собирай теперь его. А ты сказала... Не волнуйся, твой отец теперь как в жизни, он частенько здесь валялся, без движения, в борще. А я сказал, ну все, Оксана, хоть я жен не бил обычно, вырву сейчас твои патлы. Кстати, а где вообще они? А ты сказала? Наконец-то! Заметил, что жена твоя подстриглась и покрасилась к тому же. А я ответил, ну конечно, я заметил. А как же мог я не заметить? Я все-таки твой муж. А я с порога все заметил. И застыл от восхищения. Я лишился дара речи. Ну а ты давай орать. Называть меня скотиной. Обсуждать размеры члена. Облевать борщом и чем-то, и отцом меня вкидать. А ты сказала... Ладно, хватит. В этот раз я тебя прощаю, да. По сравнению с остальными, ну, не такое ты говно. Да. И доев борща остатки, и забрав останки, мы смотрели на диване сериал про Джона Сноу. Вот так вот. Такая вот, блин, семейная жизнь. Туда идти. Привет. Меня зовут Виктория Джоган. И я являюсь экспертом в психологии отношений, тональностей, ля бемоль мажора и модуляции.